Какая красивая правая сторона Волги, а? Лес весь золотой.
вот этих камней прошло мое детство. С ребятами постоянно играли тут. Костры жгли. Видите, сколько лет уже прошло. Сейчас уже от этих фундаментов мало, конечно, что осталось. Но воспоминания. Вот на берегу нашлась такая ложка старинная. Еще даже подписная. Кто-то и когда ты кашку хлебал. И как давно, интересно было узнать. Вот такая ложечка. Искрится камешек вот гнездо, вот весняки кальцита. Сколько ракушек на бревне прилепилось. Да, интересный. Вообще жить интересно. Такое полено. Весьма колоритное. Целый ствол. Наш Васильевский храм в
честь воздвижения креста Господня, крестовоздвиженская церковь, до 1872 года была деревянная. Потом, после пожара, построили каменный храм. В советское время здесь был клуб, кинотеатр. Теперь, слава Богу, восстановили.